yaptım NKVD. NKVD represiya kıyam. Bana fazlam sizi NKVD siyomka kılıyam. Fazla KGB bunu var. Ya ben NKVD bir 50 yıldan beri beni siyomka kıl yaptı. Ben çoktan beri siyomka kıl işten. Anması yakıştan idiler. Bana siyom NKVD mi bilmiyorum. Ama KGB bu. Ama öyle kılıyorsun. Yazı verin. Eğer çakırsa bu kapıların boşu diyen kapıyı veremem. KGB'nin özü de. Не изменила своим возвышенным литературным идеалом лишь горсточка поэтов и писателей. Бүгүн бу жерде өзбек халкынын бир бөлөгү жыйылган. Şu bir maşuk yelindi payıda, dahimiz yelindi payıda, halkımızın faryağını tiğnegeni geldi. Ve manaşı halkımızda faryağdıge zor bugeni geldi. Bizde asasi maksadımız bugün ikide. Birincisi, Özbek dilimiz, Özbekistan'da devlet dili buluş gerek. Ve manaşınca erişimiz gerek. İkinci, halkta manakulturasıya karşı kureş. Üçüncü, Farg'ona faciyesi hakkıda manaşı bugün şu yerde faryağı kılışımız gerek. Biz öz talablarımızı hükümetimizge ayrışmış gerek. Bana şu maksatı yığılgamız. Ve imanım kamil ki biz maksatı yerişemiz. Şaş yok, şaşmaylar, şaşmaylar. Şaşmaylar, provokatörlere karşı ihtiyat buluylar. Bizi ulu babalarımız bütün dünyaya malum. Masalan, ulu babamız Alisher Navoiy bundan 500 yıl ilgari Özbek dili umuman Türk dilinin kuşu kanday güzel asarlar yaratış mümkün ekanligini bir zor tasvirle Süleyman Azimov был репрессирован Усманом Юсуповым, полуграмотным отцом узбекской нации 40-х годов прошлого века, по обвинению в мелкобуржуазном национализме. Несломленный репрессиями и полувековым забвением этот мужественный человек от имени славного поколения джадидов благословил собравшихся на митинг. Ona tilimizga davlat maqomi beriladigan kunlar yaqinlashmoqda. Jumhuriyatimiz Oliy Kengashining oktyabrda bo'ladigan sessiyasi bu qonunning yangi, tubdan qayta ishlangan loyihasini tasdiqlashi kerak. Yangi loyiha bo'yicha davlat tili, ya'ni o'zbek tili jumhuriyat sarhadlarida millatlararo aloqa vositasi bo'lib xizmat qiladi. O'zbekistonda har bir rahbar xodim o'z vazifasiga ko'ra aholi bilan muomala qiladigan har bir xizmatchi davlat тилини билиши шарт деб ёзилган янги лоиҳада. Этим посланием выразил свою солидарность с оппозицией и генерал узбекской поэзии Иркин Вахидов. Как ни прискорбно, за 15 лет независимости у нас так и не сменится обанкротившаяся коммунистическая элита. И мы так и не выберемся из командно-административного застоя, из болота лжи, лицемерие и преступлений власти. Правящий класс в обмен за верную службу приблизит автора этого послания и ему подобных генералов от науки и культуры к царскому столу, будет ставить в пример и называть их столпами узбекской интеллигенции. Духовные калеки, звенящие фальшивым золотом правительственных наград, такие же фальшивые, как и золото наград. Но были и другие. Останутся верными убеждениям своих лирических героев
и подвергнутся гонениям поэты Рауф Парпи, Юсуф Джума, Гульчихра Нурулаева, писатель Мамадали Махмудов, певец Дадахон Хасан. В рядах оппозиции останутся десятки научных, медицинских, инженерно-технических работников, преподавателей высших учебных заведений страны. Тойба Толяганова, доцент кафедры философии университета, в будущем народный депутат от оппозиции. Эта хрупкая женщина станет членом Комитета по защите гласности узбекского парламента. Останутся в оппозиции сотни студентов высших учебных заведений, свет узбекской молодежи. В первую годовщину независимости в январе 1992 года за выступление против повышения цен на продукты питания они будут безжалостно расстреляны властью. Станут нравственной опорой оппозиции ветераны войны и труда Халиль Мирзаев, Маданин Султанов, Акмаль Казиханов. Деятельность оппозиции поддержат посланцы Кашкадарьи, Самарканда, Бухары, Хорезма и оболганные после кровавой резни Ферганской долины. Немногие народные избранники осмеливались публично разоблачать власть. Это депутат Абдурашид Кутпетдинов. В годы независимости он станет успешным бизнесменом. Однако правящий класс будет мстить ему за политические убеждения. И он в числе многих успешных предпринимателей от оппозиции будет разорен и по надуманным обвинениям посажен в тюрьму. Депутат Шаврух Рузымурадов будет изгнан из парламента страны и убит за правозащитную деятельность. Депутат Мурат Джураев будет осужден на 15 лет по обвинению в заговоре с целью свержения власти. За политические убеждения на 7 лет будет осужден депутат Пулат Ахунов.
xalqing uchun, parlab kelajak uchun bugun nima ish qilding degan savolga javob bera oladigan bo'laylik. 1 oktября власть изменила тактику борьбы с оппозицией. В помощь милиции и КГБ пришли партийные пропагандисты и высокопоставленные чиновники. Это Шахабеддин Зиёмов, идеологический работник ЦК Компартии Узбекистана. Как видно из реакции людей на выступление Зиёмова, партийные чиновники не могли адекватно действовать в сложившейся политической ситуации. За день до митинга, 30 сентября, в газете «Ёш Ленинчи» от имени 15 членов Президиума Центрального Совета был опубликован устав движения «Берлик» с несогласованными формулировками. Апреля 1989 года, вопреки Конституции СССР, исполкомом города Ташкента было принято решение, запрещающее проведение собраний, митингов и демонстраций в общественных местах. Это председатель горисполкома Шоинояр Шоабдурахимов, по сегодняшним меркам хаким города Ташкента. Ortiq aholini saylab qo'ygan deputatlari bor.
500 кişi. Как видите, он ссылается на решение депутатов городского совета. Как будто эти депутаты когда-нибудь в обозримой истории Узбекистана избирались свободным волеизъявлением народа и не были послушными овцами правящего класса. Biz juda katta g'alaba qildik. 19-martda biz shunga o'xshagan mitingni shu yerda o'tkazgan edik. Ba'zi bir sabablar bilan biz chekinishga majbur bo'ldik va yo'qotgan pozitsiyalarimizga bugun biz qaytib keldik. Mana bu yerda gaplar bo'layapti. Vaqt o'zgarayapti, yangi rahbarlar kelyapti, byurokratiya ham o'zgarayapti, xalq tomonga yuzini o'girayapti deb mana bu yerda shahar hokimlari shu yerda byurokratiyani kamayotganini, o'z niqobini olib tashlayotganini, niqobini emas, o'z mavzunini, ish uslublarini o'zgartirayotganini bular namoyish qilishlari uchun hozir juda ham bir yaxshi vaqt kelib qoldi. Demak, biz 15-chi kuni Lenin maydonida shu yerda miting o'tkazish to'g'risida qaror qabul qilishimiz kerak. Shunda qaror qabul qilamiz.